Египетская сила. 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 Мы же родственники. Знаешь что? Я тебя подброшу. До станции. За штуку. По-родственному. Надеюсь, кто-то помер. Иначе какого хрена меня разбудили? Аля! Ну что ты ходишь-то так долго за батарейками? Я уже полчаса спортивную ходьбу смотрю. Они уже 10 километров прошли, а ты 500 метров до магазина не можешь дойти. А тебе самому не стыдно? Чего? Если ты живешь 300 лет, это не значит, что все нужно делать, как черепаха. Ты не умеешь разговаривать. Я всегда краснею из-за тебя. Ты краснеешь из-за того, что у тебя какая-то хренотень с сосудами. Ну и пошел нахрен. Хрен вам! Вот! Ну улыбнитесь. Египетская сила. Убью, кудрявая. Даже цветы купили. Да, я не купил, я нарвал. Боже, как это мило. Очень мило. Нарвал и убежал. А я извинялся, я платил. А у нас демократия. Что хочу, то и делаю. Ладно, ладно, давай. Давай, поиграем. Может, ты устанешь и уснешь. Давай. На, держи. Кидай обратно. На, я выиграла. А деда проиграла. Так, а деда удержись.